Всем доброго времени суток. В общем, сегодня у меня дела в Красногорске, поэтому будет записано дополнительное видео. Живописная набережная у Москвы-реки в Красногорске, микрорайон Павшинская пойма. Понедельник, 11 сентября, бабье лето, теплая погода. А, ты переписал? В общем, такие новостройки. Кстати, отсюда у меня тоже серия видео есть. Павшинский мост в июне 2018 года. Ну и Волоколамское шоссе. Даже несколько раз было. Такое красивое здание. Тут рядом правительство Московской области. Торговый центр Вегас, Крокус Сити. Колесо обозрения, Павшинский мост впереди видно. Это достаточно свежая набережная, благоустроенная. Даже есть вероятность, что ее еще не было, когда я был здесь в 2018 году. Ну, микрорайон достаточно современный. Построили его недавно. МКАД рядом, а на противоположной стороне Мекинина. Может прийти Рублёво-Архангельская линия метро. Туда. Купаться здесь запрещено. Москва-река, тут, конечно, на специально оборудованных пляжах. Ближайшие пляжи — это Рублевские. Тут даже пешеходные дорожки. И все показано. А вот новый микрорайон на Волоколамке. Такие башни. Тоже свежие. Видно, уток достаточно много. Глубина здесь, конечно, очень большая. И вода загрязненная. Набережная между МКАДом и Красногорским бульваром. Въезд в Волоколамское шоссе в Павшинскую пойму. Километры от МКАДа. Красиво, живописно, такие пейзажи. Это уже спокойное видео, то есть без суеты, никаких там открытий, изменений уже нет, просто дополнительные зарисовки. Вот вид с Новорижского шоссе. Вот такая, в общем, панорама. 66-67 километры МКАДа рядом. Скоро, возможно, и сюда придут маршруты электросудов. Кстати, вот даже первый, который уже запущен, это первые в мире круглогодичные электросуда. Будут курсировать во все времена года. Не как пассажирская прогулочная навигация, это уже вид транспорта общественного и запущен на постоянной основе. Ну, в общем, сейчас будет подъем, такие подъемы, пандусы. Просто так тут, конечно, нельзя подняться, потому что там газоны. Тут все аккуратно, облагорожено. Вот такая, в общем, красивая набережная. И дополнительное видео для моего канала из Красногорска.
вот, кстати, вид сверху. Я поднялся по пандусам. Тут даже виден московский район Строгино. Вот там новостройки. Тут, кстати, еще как небольшой парк, открытый в Павшинской пойме. Тут спортивные площадки, тренажеры. Церковь, кстати, впереди красивая. Ну и Павшинский мост уже близко, с колесом обозрения и с торговым центром Вегас Микинина. Вот еще, кстати, набережная продолжается уже ближе к Волоколамскому шоссе и станции МЦ-2 Волоколамская. Тут Митина видно. Вот микрорайон Павшинская пойма в Красногорске. В общем, будем надеяться, что тепло продержится еще долго. Ну, а мы с вами еще увидимся.